Ну что, друзья, всем привет! У меня на канале Александр Маляр. Сегодня я никуда не езжу, не работал. Вернее, не на тракторе никуда не ездил, не работал. Но хотел записать видео и поехал, и на камере не посмотрел, что камера заряжена. В общем, получилось так, что вот сейчас приехал уже домой на машине. Разгрузил. И многие спрашивали, тема сегодняшнего, как бы, ролика. Все спрашивают, как ты делаешь зеркала. Сейчас пойдем на трактор. Трактор вот у меня уже ума довожу, чтобы работать. Ну вот зеркала, то есть вот эти, как я гну трубочки, как делаю там, ну, то есть ручки вот. Ну изначально вот этот еще изгибчики. Изначально сразу думаешь, да, так, какой проект мне делать и что мне для этого нужно. Соответственно, думаю, пока с трактором у меня заминочка, заняться тюнингом снаружи трактора. То есть, ну, навести, подготовить или, ну, приготовить, скорее всего, то, что пока можно делать, и пока вот погодка стоит, то, что у меня там не хватает по двигателю, да, по облицовке. То есть не сидеть без дела и чем-то заняться еще. Вот. То есть задался целью, да, сделать на зеркала ручки, там дуги, там кенгурятник. Ну, в общем, прежде чем начать делать что-то, надо обосновать, что тебе надо. Ну, я задался этим вопросом и решил делать зеркала. И, допустим, у меня есть даже трубогиб. Стоит он, вот этот трубогиб, все рабочий, вот. Но он гнет немножко не так, как мне хочется. Хочется, чтобы еще было красивее. На этот случай я просто сегодня не заморачивался, собрался, сел в машину и поехал, объехал все металлоприемки. Металлоприемки, и вот что я набрал. То есть на зеркала, допустим, вот 25-я трубка. То есть у меня уже изгибы есть готовые. То есть мне надо будет только по размерам вырезать, сварить. Это тоже вот можно. Это может быть еще куда-то назад пойдет под фонари. То есть пообрезается. Тоже куда-нибудь труба пригодится. Тут у меня отводы, не помню для чего. По-моему, на турбинку куда-то я хотел 50-й и 60-й диаметр. Два кусочка нержавейки. Вот еще тоже куда-нибудь пойдет. Тоже взял. Вот, может быть, на дуге, может, на фонари где-то тоже пойдет. То есть, если вы хотите делать, можно даже без трубогиба что-то сделать. То есть, задаться вопросом и не заморачиваться. И будет красиво. Так, объехал я, ну, штук 5 сегодня их. В одной две трубки взял, в другой. Не нашел на... Вот я записал список у меня здесь. Конечно, составил, что я набрал. И одну не нашел, 70 на 76 диаметр трубу мне надо было. Хотел еще вот такой под фильтр, чтобы был фильтр, сделать. Ну, вот банку под фильтр, вот она стоит. Найти, подобрать диаметр бачка. И тоже с нержавейки сделать красивый бачок. Так, для этого мне надо будет, конечно, все делать. И надо будет по нержавейке, вот я взял электроды. Это надо будет все сваривать, не вопрос. Еще, допустим, кто самодельничает, кто-то ездит, не стесняйтесь ездить на металлоприемку. Можно найти даже вот, допустим, вот такая фигня, да, ну вот она лежит. Кажется, какой-то ежик вроде бы, да. Вот. Этот ежик вроде, да? То есть его вот так прикрутил. Вот есть места. Вот пальцем показываю. Неудобно одной рукой. Прикручиваешь к этому. То есть вот она. На стенку прикрутил, да. А это вот так раз. И в машине, допустим, это уже вешалка. Ну, где-то вагончик передвижной я вот хочу поставить. Не надо, раз, чтобы не мешался вагончик. И вот убрал. Вот такие вещи попадаются. Не часто, но есть стулья раскладные, допустим, тоже с нержавейки.
Ну вот, я говорю, надо просто чаще ездить. У меня у самого часто не получается. Я просто вот задался вопросом сделать зеркала хотя бы, приготовить уши эти для зеркала. И вот таким вопросом задался. Вот, по трактору дела идут. Показывать мельком я вам показал момент. Ну, не хочется пока, то есть суеверный я маленький, но внутри я скажу, много показывать не буду. Вот, ну вот такое сегодня у меня видео, как буду делать, что буду делать, будет дальше еще видео. Ну, кто смотрит, кто в теме, тут, конечно, сообразить все. Ну все, давайте, всем удачки, вот такое сегодня маленькое видео. Ну и не бойтесь ездить по металлоприемкам, хорошие вещи попадаются и довольно-таки недорого по сходной цене, можно даже договориться. Вот, давайте, всем удачки, всем молодцы, всем привет. Вот такая штука.